Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Чернеева. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. В субботу киноклуб «Ракурс» приглашает вас на бесплатный показ фильма «Том Джонс». В программе перед фильмом лекция от Михаила Куперберга. «Том Джонс» – экранизация классического английского романа 18 века Генри Филдинга. История Тома Джонса – найденыша. Блестящая комедия. 4 премии «Оскар», 3 премии «Золотой глобус». Показ будет проходить в областной библиотеке 23 сентября в 16:00, проспект Ленина, 14А. В воскресенье в селе Жигули открывается третий фестиваль «Именины Жигулевских гор». В программе интерактивные площадки, научные посиделки, катание на лошадях, мастер-классы, приготовление пищи на костре, показательные выступления дистанции конного туризма, концерт и, главное, удивительная природа вокруг. На фестивале каждый желающий, кстати, сможет попробовать себя в роли сказителя-сказочника на площадке «Художественное вранье». Село Жигули. Начало в 10 утра. Кстати, в понедельник при поддержке Альянс Франсез Самара начинается фестиваль «Французская осень». Место проведения – кинотеатр «Киновертикаль». Мелодрамы, приключения, анимация, новинки от французских режиссеров придутся по вкусу самой разнообразной публики. Начало показа в 19:00. Фильмы идут на французском языке с русскими субтитрами. Идеальный вариант – немножко подтянуть свой язык. Фестиваль проводится при поддержке посольства Франции в России и Французского института в России. Подробности ищите на официальных сайтах кинотеатра и Альянс Франсез. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения! We'll be right back.